Приветствую. С вами Павел Кольцев. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы ваши желания сбывались легко? Чтобы вам для этого не приходилось ничего делать, просто так взяли, записали на листочке бумаги свое желание, и через некоторое время, через полгода или там через несколько недель или месяцев, с удивлением обнаружили, что ваше желание, блин, сбылось, а вам для этого делать ничего не пришлось. Если да, я приглашаю вас на мой традиционный новогодний тренинг 2016 «Бычий меч вызов». На этом тренинге я, как обычно, буду давать новые фишки, новые нюансы, новые подробности. Потому что технология «Сбычий меч» – это технология живая, она постоянно дорабатывается, я постоянно учусь, исследую, нахожу новые фишки, новые нюансы, новые особенности, которые позволяют еще проще, легче, быстрее достигать того, чего хочется. Вот я сейчас нахожусь во Вьетнаме, это мой уже второй отпуск за лето. Хотели вы, чтобы вы могли за лето два раза съездить куда-нибудь на море, в хороший 4-5-звездочный отель, там, где на all inclusive, где теплое море, где жара, где великолепное обслуживание? Это один из побочных эффектов, который у вас может быть, когда вы начнете применять грамотно технологию «Сбычий меч». Какой результат? Еще раз. Когда вы вписываетесь в мой тренинг «Сбычий меч» и проходите его от начала до конца, записывайте свои желания, и через год вы с удивлением обнаружите, что 60, 70, 80, 90% ваших желаний сбылось. Сбылось само по себе. И вам для этого не пришлось рвать себе на немецкий крест, насиловать себя, угнетать, проявлять силу воли разные прочие скудоумия. Потому что силу воли можно проявлять на короткий промежуток времени, на длинный промежуток времени у вас силы организма не хватит. И единственный рабочий способ – это договориться с собой, сделать так, чтобы ваше желание подхватило бессознательно и буквально на руках вынесло вас туда, куда вы хотите. Может быть, вы уже проходили мой тренинг «Сбычий меч», и вы знаете, насколько он эффективен. Может быть, вы точно так же думали, ну ладно, вот тут я как-нибудь это уже прошел, я использую версию прошлого года, и я могу сказать, что с 95% вероятностью вы ничего не сделали, потому что сесть и прописать свои желания на целый год – это работа. Это достаточно большая работа, это работа не на один час, это работа на несколько дней. И сделать ее в одиночку практически нереально, потому что нужно себя сесть, заставить. А у большинства людей лень, неохота, нет времени и все прочее. Когда же вы вписываетесь в тренинг «Сбычий меч», и я вживую вас тащу по этому тренингу, я заставлю вас прописать ваши цели. Я заставлю вас разобраться, чего же вы от жизни хотите. Я заставлю вас внедрить в свою жизнь технологию «Сбычий меч», чтобы она начала работать. Потому что, опять же, почитайте отзывы тех, кто уже проходил, говорит, человек написал, я в 2012 году вписался, в 2013-2014 году, ну, думал, как-нибудь само получится, само не получилось, потому что само по себе ничего не происходит, но происходит, когда вы прописали свои желания. И когда человек через некоторое время, через пару-тройку лет приходит ко мне опять с «Сбычий меч», обнаруживает, блин, сколько много новых фишек, оказывается, уже появилось, образовалось, у него идет резкий взлет по жизни. Итого, если вы хотите, чтобы у вас шел резкий взлет по жизни, если вы хотите увеличить свои доходы, наладить личные отношения, улучшить состояние здоровья, начать путешествовать, перестать тратить деньги, начать их откладывать, улучшить отношения в рамках своей семьи, своего клана, со своими друзьями, родственниками, обрести новых приятелей, знакомых – это все возможно. Самое главное, чтобы вы поняли, чего вы хотите от жизни, а все остальное, оно приложится. Понять вам, что же вы хотите от жизни, и сделать так, чтобы оно у вас сбылось – в этом суть тренинга «Сбычий меч». Пожалуйста, поэтому прямо сейчас регистрируйтесь на тренинг. И до встречи на тренинге. Это видео у нас предварительное. Потом, конечно, я запишу видео гораздо более подробное, гораздо более тщательное. Ну, просто примите для себя решение, вот прямо сейчас, в этот момент, что в декабре 2015 года, когда будет открыто окно продаж, вы, лично вы, впишетесь в тренинг, а в январе 2016 года, когда у нас будут проходить живые касты «Сбычий меч», вот лично вы придете на живые касты, чтобы прописать, блин, свои цели, чтобы прописать свои мечты, чтобы они у вас начали сбываться легко, буквально по щелчку пальцев, точно так же, как оно сбывается у меня. Вы, наверное, не поверите, но для того, чтобы мечты сбывались, необходимо всего три момента. Первое. Понять для себя, чего вы именно хотите. Не в принципе, я хочу богатства, успеха, радости, любви и разного прочего шняга. Сколько вешай граммах? Что конкретно? И на тренинге «Сбычий меч» я помогу вам разобраться, что конкретно. Второе. Допустить для себя мысль, что именно у вас желания могут начать исполняться по щелчку пальцев. Вот на раз, два, три. И третье. Прописать их по специальной технологии. По технологии «Сбычий меч». Потому что, повторюсь, технология «Сбычий меч», я ее постоянно дорабатываю. Она, ну, это один из ключевых моих навыков. Мне очень интересно ее совершенствовать. Я все время узнаю какие-то новые фишки, тестирую в своей жизни, вкручиваю, потом смотрю то, что получилось, предлагаю вам в виде тренинга. Так что примите, пожалуйста, для себя решение, что вы обязательно впишетесь в тренинг 2016 «Сбычий меч вызов», что в декабре вы оплатите, в январе придете на живые касты, чтобы через несколько месяцев с удивлением обнаружить, уж ух ты, блин, а мечты-то, оказывается, сбываются, если правильно их формулировать. Потому что у людей мечты не сбываются зачастую просто либо потому, что они не знают, чего они хотят, либо потому, что они
не умеет их грамотно формулировать. Когда у вас есть вот эти вот два пункта, ну, минимум 70-80% ваших месяцев, они начинают исполняться буквально легко по щелчку пальцев. Я сам не люблю пробивать башкой стены, я это пробовал. У меня это даже получается, мне это категорически не понравилось. Поэтому я стал искать простые, легкие пути, как можно легко достигать того, чего ты хочешь. А я нашел такую технологию, и я готов передать ее вам. Почему? Меня иногда спрашивают, если такую умную, зачем ты делишься этим с людям? Потому что меня достало, что вокруг меня ходят люди с такими вот гордыми, что они тусклые, унылые. Когда я спрашиваю, что ты хочешь жить? А я не знаю. Как ты хочешь зарабатывать? А я не знаю. Я хочу, чтобы в моей стране, я россиянин, я русский, жили счастливые, гармоничные люди. Я понимаю, что сверху это сделать нельзя, это можно сделать только снизу. Поэтому я выбрал помогать людям, тому, кто хочет на самом деле взлететь, тому, кто хочет подняться на следующую ступенечку, дать в руки инструменты, которые помогут человеку стать гармоничным, счастливым, успешным, состоявшимся в жизни. Потому что я предпочитаю общаться именно с такими людьми. С убогими попоморщенными, которые такие вот, я не знаю, что я хочу, ой, я стесняюсь. Мне общаться неинтересно, они не могут дать ничего ценного. Меня как тренера очень обогащает общение, взаимодействие с моими учениками, с тем, кто у меня прошел какие-то тренинги. Они зачастую меня очень многим вещам учат. Именно поэтому я стремлюсь приподнять уровень людей вокруг меня, потому что я хочу, чтобы вокруг меня были люди лучше, я хочу, чтобы эта страна жила лучше. А эта страна начнет жить лучше только тогда, когда у большинства людей в голове будет порядок вместо хаоса, когда в голове будет четкое понимание, разложено по полочкам, чего конкретно вы хотите и как легко это можно получить. И когда мои ученики достигают успеха, меня как тренера это очень сильно радует. Я понимаю, что я работаю не зря, что то, что я делаю для людей, оно на самом деле приносит им пользу. И меня это вштыривает. Мне это дает мотивацию двигаться дальше, учиться дальше, исследовать и открывать новые фишки. Так что, дорогие мои хорошие, приглашаю вас на тренинг 2016 «Сбыча мечт вызов». Основа будет, конечно, та же самая, но плюс там будут новые фишки, новые подходы, новые нюансы, которые помогут вам еще легче взлететь на следующий уровень. А без этого, повторюсь, без технологий, без того, кто вас заставит прописать свои цели, 90% людей ничего не делают. Потом удивляются, что год-то прошел впустую. Мне хочется, чтобы ваш 16-й год был самым волшебным, самым мощным, самым ярким, самым богатым из тех годов, которые вы до сих пор прожили. Можно ли это сделать? Можно. Когда вы впишетесь в тренинг 2016 «Сбыча мечт вызов» и когда вы проработаете все задания. И тогда у вас 16-й год станет по-настоящему самым классным годом в вашей жизни. Потому что лично у меня каждый следующий год, он лучше, чем предыдущий. Мистика ли это магия? Нет, это технология. Технология прописывания своих желаний, загрузку в свое бессознательное, и потом бессознательно начинает тащить вас к вашим целям. Эта технология достаточно простая, эта технология воспроизводимая. Ее может освоить каждый, кто говорит по-русски и способен набирать на компьютере, и вы, лично вы тоже можете ее освоить. Так что хватит отнекиваться. Ваша жизнь может быть сказкой. Ваша жизнь может быть по-настоящему волшебной. Ваша жизнь может по-настоящему радовать вас. Точно так же, как она радует меня. Мне хочется, чтобы вокруг меня радостных, счастливых людей было больше. Именно поэтому я провожу тренинг «Сбыча мечт». Пожалуйста, регистрируйтесь прямо сейчас. И до встречи на тренинге 2016 «Сбыча мечт вызов». Это будет очень мощный тренинг. Я вам обещаю. Регистрируйтесь и до встречи на тренинге.